Сотрудниками из Звенигородского отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в деревне Сальково задержан 43-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемый в попытке сбыта наркотиков. В ходе личного досмотра у него был изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество содержит наркотическое средство героин общей массой около 200 граммов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.